Начинаем разминку сверху вниз, начинаем разминку с шеи. Мягкими движениями вверх, вниз, влево, вправо. По 10 движений на каждую сторону будет достаточно. Затем начинаем разминать плечевые суставы. Это очень важно в плавании. Руку на плечо, мягкими движениями, круговыми движениями вперед, назад. Одной рукой, другой рукой. Особенно это полезно тем, у кого есть травмы плечевых суставов или что-то болит. Очень мягкая разминка получается такими движениями. Дальше. Вращение рук вперед, назад. Следите за тем, чтобы руки двигались в одной плоскости, потому что часто бывает, что люди вот так вот делают, что говорит о недостаточной подвижности плечевого сустава. Далее. Одна рука вперед, другая назад. Одной рукой, второй рукой. Те, кому сложно это сделать, чтобы было легче, можно использовать следующий прием. Поднимите две руки вверх, одна рука падает вниз, другая падает назад. Одна рука падает вниз, другая падает назад. Далее. Мельница вперед двумя руками. И точно так же. Следите за тем, чтобы плечи все время разворачивались. В положении наклон вперед. Разгибаетесь. Мельница назад. Также следите за тем, чтобы плечи разворачивались. Часто ошибкой является вот такая вот работа рук в стороны со статичными плечами. Разворачивайте плечи. Далее локти вовнутрь 10 раз, наружу 10 раз. Кисти в одну сторону, во вторую сторону. Прыжки вперед, прыжки вверх с махом вперед двумя руками. Очень аккуратно для тех, у кого есть какие-то проблемы с плечевыми суставами. Точно так же назад. Далее, в наклоне сведение рук над головой как можно ближе к голове. Шея расслаблена, лицо опущено. Мах. То есть это должен быть именно мах, а не вот такое вот напряженное сведение рук. Расслабленно мах. Далее, в наклоне попеременное вращение рук. Вращение в тазобедренном суставе в одну сторону, во вторую. Потом вращение корпусом вокруг тазобедренного сустава в одну сторону, во вторую сторону. Далее, руки в замок. Наклоны вперед. Стараться коснуться кистями. Руки можно вот так вот вывернуть немножко. Коснуться кистями земли. У меня это плохо получается, но в целом нужно к этому стремиться. Далее, разминка коленей в одну сторону 10 раз, во вторую сторону 10 раз. Ну и, собственно, после этого можно прийти к разминке с резиночками.